Вот уже 12-й год, раз в неделю, по вечерам, собираются в центре Иерусалима участники клуба «Что, где, когда». Все эти встречи неизменно ведет Ян Привороцкий. Он же и подбирает вопросы. Сардиния. Первое тысячелетие новой эры. В лесах Сардинии в огромном количестве расплодились дикие кабаны. В лесах Сардинии в огромных количествах расплодились дикие кабаны. Объясните причину этого природного явления, если связано оно с политикой. Вопрос задан, начинается обсуждение. Задания, которые составил Ян Привороцкий, отнюдь непростые. Но, по моим наблюдениям, процент попаданий был довольно высок. Ответы готовы, и ведущий обходит столы, за каждым из которых разместилась по команде. Так, послушаем. Нет! Тоже нет. А у вас? Господа, очень рекомендую вспомнить классику. На столах лежит бумага для записи вопросов и фрукты для настроения. Внимание! Как известно, дворецкий Джон Берримор был причастен к собаке тайны Баскервилей. А в 1922 году, а это позднее, чем время действия книги, Джон Берримор тоже сыграл свою роль в расследовании Шерлока Холмса. Какую роль? Время. И хотя приходят сюда, чтобы попрактиковать свой интеллект, память, сообразительность, то есть, чтобы заняться серьезным делом, но порой наступает время и для иных эмоций. Класса с пятого. Нас 4 с 5 нарезать.